Привет, Воронеж! Это сегодня я и моя четвероногая соведущая расскажем о том, какая погода нас ожидает в ближайшие выходные. В субботу в Воронеже будет облачно. Температура воздуха днем составит плюс 17, ночью похолодает до 6 градусов. В воскресенье 26 апреля город накроет проливной дождь. Днем температура воздуха плюс 14, ночью все те же 6. Из сводок погоды отметим, что по сравнению с прошлым годом температура упала на 9 градусов. Так что грейтесь дома, а мы вам говорим до новых встреч!